Танк, молодец. А какую модельку ты бы хотел? Какой моделькой ты хочешь поиграться? Самолет. Ты самолетом хочешь поиграться? Да. А танк и вертолет? Да. Что, и то хочешь поиграться? Да. Да? А что мы будем делать с этими модельками? Собирать. Собирать будем? А ты сам сможешь собирать? Да. Ну давай. Давай мы сначала посмотрим, что находится в коробочке, а потом попробуем эту модельку собрать вместе. Ты хочешь? Попробуем? Да. Тебе будет интересно? Да. Да? Ну давай посмотрим. Ты моя умница. Давай посмотрим, что находится внутри этой коробочки. Здесь у нас что должен быть? Танк, да? Вот, смотри, какая картинка. Большая картинка, смотри. Что это? Гусеница. Гусеница, молодец. Мы будем, это же для раскраски, да, правильно? Мы будем раскрашивать? Да. Будем раскрашивать? Да. Ну, сначала надо модельку собрать или сначала мы раскрасим? А вот это что такое, знаешь? Звездочка. Вот это что такое, знаешь? Звездочка? Буква. Что буква это? Буква А. Это не буква А, это номера. Это номера танка и звездочка. Видишь, какие картинки, смотри. Интересные, да? Картинки. Это мы, давай мы снимем вот эти детальки отсюда и попробуем эти детальки вместе собрать. Хочешь? Да. А вот это кто такой здесь стоит? Мальчик. Мальчик, это танкист. Танкист. И вот у нас сразу, что здесь? Готовый, раскрашенный уже танчик. Вот. Смотри, какие модельки здесь. Смотри, какая моделька. Вот, детали я сначала отделю. А потом вместе, если ему будет интересно, соберу. Но то, что ему будет интересно в это играть, однозначно. Это собирается все без клея, без краски. Ну, кто хочет, может покрасить, конечно. Но так как дети маленькие, то я советую это делать без краски. Просто здесь, по большому счету, пластик разноцветный. Вот, все необходимое есть. Красить не обязательно, клей не нужен. Все собирается, должно собираться на щелчок. Что надо сначала сделать, как ты думаешь? Отрезать? Да. Правильно, надо отрезать. А потом что сделать? Делать. Потом делать? Да. Молодец. Такая инструкция есть. Видишь, вот это держи. Вот так держи. Держи. Двумя ручками. Двумя ручками. Теперь палочку надо засунуть вот сюда. Вот. На, засовывай. Палочку. Вот в эту дырочку надо засунуть. Вот, умничка моя. Вот. Давай, палочку засовывай в эту дырочку, вот. Вот, стоп, стоп, стоп. Вот, надо в эту дырочку, вот, раз. Теперь вот это колесико возьми. Вот это колесико. И прикрепи вот сюда, вот. Угу. Вот, теперь берем второе колесико. Давай, я тебе помогу. Вот сюда, вот. И прикрепи вот сюда, вот, в это колесико, держи. Вот сюда, вот в эту дырочку прикрепи. Да. Вот такая. Да, да, правильно, молодец. Ты прям по инструкции все делаешь. Давай вот в эту дырочку нажимай. Вот, смотри, какой ты умный мальчик. Все, прикрепили. Давай вторую. Держи вторую палочку. Вот сюда, вот, вот сюда вот ее. Вот сюда вот надо засунуть эту палочку. Вот, да. Это ось называется. Ось. Скажи, ось. Ось. Ось, правильно. Теперь держи. Держи, вот, держи. Ага, молодец, сам. И вот сюда вот прикрепи, давай. Вот сюда. Нажимай. Ой, умница моя, давай. И второе вот это вот тоже возьми. Держи и вот сюда прикрепи. Едем, чтобы... Да, чтобы ехал, правильно. Все правильно говоришь. Давай, прикрепляй. Вот, умница, смотри. Оп, щелчок. Вот они катаются. Видишь, как они катаются? Да, да. Теперь смотри, давай гусеницы, да, сделаем и каточки. Вот гусеница и каток. Значит, что мы делаем? Надо вот эту гусеницу вот сюда вот установить. Держи. Держи. И вот сюда вот в дырочки надо поставить. Ха, молодец! Ты прям прирожденный моделист. Да, давай, давай я тебе помогу. Здесь очень туго входит. Вот эту палочку, чтобы она, смотри, не поломалась.
пальчики убери, аккуратно пальчики, я тебе сейчас помогу. Вот, вот, зашло. И давай второй такой же сделаем, вот второй. Держи отсюда и вот давай, вставляй. Не, наоборот, вот так, наоборот, разворачивай, давай, держи. Второй ручкой, ручкой второй вставляй. Сейчас посмотрим, мы правильно делаем или неправильно делаем. Ну, наверное, правильно. И вот тоже вот так, раз, и вот сюда. Вот, смотри, видишь, это гусеницы, да? Давай, переворачивай страничку, переворачивай. Так, теперь что нам надо сделать? Нам надо вот на эту ванну установить вот эти вот гусеницы, правильно? Да. Да, теперь вот давай вставляем. Вот ванну и гусеницы. Так, и вот так. Это не сюда. Вот. Я тебе здесь помогу. Теперь нажимай. Нажимай. О, умница моя. Так, и теперь вот это тоже каточек. Вот эти каточки с гусениц. Вот так тоже. Видишь, дырочки здесь внутри. Давай, второй ручкой тоже помогай. Помогай второй ручкой. Давай. Вот, давай, 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 папе помогай. Вот, молодец какой. Вот у нас, смотри, танчик какой, смотри, уже начинает вырисовываться. Теперь что нам надо делать? Вот, вот эту крышечку нам надо, вот она. Это верхняя часть, верхняя часть. Да? Верхняя часть. Давай мы ее установим вот так. Я сейчас помогу тебе. Здесь надо, немножко попасть. Вот сюда. Ох, защелкнулось. И вот сюда. Вот, защелкнулось. Смотри, как защелкивается. Вот ты мой сладкий, молодец. Да, танк. Теперь что нам надо сделать? Крутить. Нет, нам крышечку нам потом. Давай сначала мы соберем, знаешь что? Мы соберем сначала ствол. Вот он, ствол. Смотри, какой ствол у нас. Значит, давай, бери ствол. Вот один, другой. Вторую ручку где? Где у тебя вторая ручка? Вторая ручка где? Вот, давай, бери. Ствол. Ствол, правильно. Вот так вставляй. Вот, раз. Защелкивай. Второй ручкой возьми, второй ручкой помоги. Помоги второй ручкой. Вот так, давай. И первой ручкой, и второй. Защелкивай. Давай. Вот, молодец. Давай, давай, защелкивай. Ну-ка, давай я посмотрю. Вот, защелкнули мы с тобой. И теперь, видишь, тут такая вот штучка, вот она. Это называется дульный тормоз. Вот, нам его надо поставить вот сюда. На, поставь. Поставь дульный тормоз вот сюда вот. Угу. Ты мой сладкий. Все, супер. Дульный тормоз у нас стоит. Смотри, у нас ствол получился. Смотри, нам пулеметик надо поставить. Вот мы пулеметик поставили. Видишь какой? А теперь бери крышку. Крышку. И давай поставь пулеметик на крышку. На. На, держи. Пулеметик на крышку поставь. Вот сюда. Вот сюда на крышку. Давай. Давай вместе. Ура! Стоит пулеметик у нас на крышке. Вот такой пулеметик. Смотри, он даже крутится. Видишь? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, теперь нам смотри, что надо сделать. У нас вот две крышки есть, да? Это башенка. Называется башенка. Башня. Вот, мы берем вот сюда вот, нижнюю часть башни. Ставим вот сюда вот пулеметик. Видишь? Вот, вот так вот поставили. Вот, не пулеметик, а дуло, ствол. И крышечка мы сейчас закроем. Вот сюда, вот сюда. Вот, смотри. Вон там штыречки такие есть. Вот здесь штыречки, и здесь штыречки. Здесь и здесь. Танк! Да, танк. Раз, два, три. Оп, оп. Оп, оп. Видишь? Прямо дуло. Ствол опускается, поднимается, вот он. Видишь? Вот они вот так вставляются, вот так. Оп. И ствол готов. Вот он, ствол. И последнее, переворачивай страничку. Нам надо поставить вот эти вот решеточки. А решеточки будем ставить вот сюда, правильно? Смотри, вот дырочки здесь есть такие. Вот раз, две дырочки. И решеточку поставим одну. Вот сюда. И вторую. И вторую решетку тоже будем ставить, да? Вот сюда вторую решетку поставим.
Вот сюда вот вторую решеточку поставь. Да, вот видишь, дырочки такие. И там дырочки тоже есть. Вот надо дырочки поставить. Нажимай. Защелкивай. Вот. Ура! Мы танк собрали. Смотри, какой у нас танк получился. Все, красивый танк? Да. Ну, поиграйся. Смотри, как он едет. Нравится? Да. А это пулемет. Пулемет. Стреляет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту стреляет. А это вот это ствол у него. Смотри, он как двигается. Видишь, как ствол двигается у него? Вот, супер. Нравится? Ну что, будешь играться с танчиком? Да. Да? Ну иди, возьми танчик и иди поиграйся.